Всем привет! Сегодня буду доделывать копыта и хвост этой лошади. Так, ну вы знаете мою коллекцию. Берем карандаши. Сейчас листок бумаги. Поставлю. У меня много бумаги, так что сейчас ей пока вытяну. Вот бумага. И все, будем рисовать. Для начала надо взять другого коня, чтобы вымерить копыта, какие я хочу и сделать. Это сильно большие будут. Маленькие. Наверное, какие-то вот такие по размеру. Да. Сейчас я их просто так обведу. И будем рисовать. Вот у меня просто карандаш с стирочкой. Берем копыта вот эти, коня вообще. И обводим. Вот у нас тут три части. Вот это колено. Лучше. И вот это сама нога, копыта. Сразу вот эту огромную часть обведу. Вот, что у нас выходит. Трохи велика, то сейчас ее уменьшу. Піде. Рисую. Ну, копыта для галшти. Голштинская порода, я не знаю, как она правильно выговаривается, но мне она нравится. Вот, передняя копыта почти. Сейчас еще эту часть. Первое копыто. Самое сложное вот именно вот так разукрашивать. Я, по-моему, два раза делала именно похожий на там, где на шее. Цвет, масть. Сейчас, наверное, опять не очень похоже будет. Тут передние будут, там за. Вот, вперед, зад. Вторую копыть. Вторая и последняя. Не
я знаю, в одном телеграм-канале продают бумажных лошадей. Ну, похоже. Только за 200 гривен, там, за 300. Ну, в общем, там еще за амуницию разные цены. Отрезала. У нас тут такая корзинка. Сейчас я... Вообще полно. И вот так вот всегда. Нормально. Самое сложное, ну, нема сложнее. И сейчас оно упало уже, да. Ура, я тоже это сделала. Почему-то мне кажется, что копыта короткие. А вот так нет. Будет конь у нас просто такой типа в свечке. Ну, не очень свечка выходит. Одно копыто. Ой, будем другого вырезать. Раз, два, три. Все. Вырезали копыта за 3 секунды. Будем их соединять. Эти челюсти. Но сдвигается, как всегда. Еще не удивлюсь, если оно упадет. Оно уже упало. Тут надо брать какой-то пинцет. Класс. В общем, я соединюсь, включу. Ура, я сделала это. Вот. И... Опять. Сейчас его уже сделаю, включусь. Наша купица. Стоим. Стоим. Где-то вот тут уж соединить его. Два копыта. Мне вообще нравится, типа, как он голову на своей шее вот так делает. Но что-то тут не то. Была бы любимая поза. Ну, вот так теперь будет. Будет у нас конкурист.
Опять. Я уже, наверное, сделаю копыта все. Включуся. Так, сделала я уже копыта. Вот что у нас получилось. Так, по мне красиво. Этот конь невысокий. Сейчас ему будем делать хвост. Хвост, наверное, у нас будет просто такой красивый, аккуратный. Ну, или такой, типа, пушистый. Вот сюнова, наверное. Можно сделать вот такой. Он, по-моему, сильно огромный. Или... ну, типа вот такой. Можно сделать. Вот так, наверное. Красивый, аккуратный хвост. Теперь нам надо найти этот карандаш черный. И его найти. О, у меня какой-то, может, похожий есть. Или это не то, что я думаю. Скорее всего, у меня нет черного уже карандаша. Есть вот такой, но он не... ну, не жирный, черный. О, вот он. Этот маленький черный карандаш, который создал Фриза. Ну, он всегда подходит. Берем вот эту штуку. Тут у нас подстругачка. Ну, в общем, сделаем сегодня обзор. Что у нас в этой корзинке? Ломается, так что вот так будет. В общем, бессмысленно вот так делать. Я его просто черным буду закрашивать. И вот посмотрим, как это выглядит. Боже, ну что это? Почему у них вот это, типа, скрепки сильно зацепаются? Вот, как это выглядеть будет. Ну, красиво, да? Наверное, мне нравится. Вот эту надо подровнять. Мне она не очень нравится. Красивый конь будет. У него уже уздечка есть. Скоро сделаем ему вольтера. В общем, в другом видео уже. Теперь берем наш любимый скотч. О, слава богу, я его... даже искать не буду. Так, извиняюсь, если что, за шум. Ну, мне ж надо как-то найти и отрезать скотч.
С другой стороны. Да, корляки-морляки здесь. Так что не удивляйтесь, если сзади на хвосте вот эти корляки-морляки будут. Они мне не мешают. Я их стирать даже не буду. Возможно, в следующем видео даже, если сделаю конюшню, типа коробка, там лошади будут бумажные, то вам покажу даже. Такой аккуратненький маленький хвостик. Мне интересно, смогу ли я сделать шотландского пони или гафлингера? Или нормальную, чистокровную верховую, а не вот тот шарик, типа старая лошадь. Все, будем цеплять. Так, оп. Вот, смотрим, красиво, по-моему. И вот наша лошадь уже с копытами и хвостом за сегодняшний день. Как красиво вышло. Ну, встанем в свечку. По-моему, как-то так. Вот, конь свечки. Ну, этому коню не очень свечки, но все равно красиво. Самая красивая свечка у этого выездюка. Такие копыта. Ну, вообще крутой жеребец. Наверное, как-то вот так. Да вообще крутой конь. Но вот этого халатикинца красивая. Типа поза, когда он что-то копыта там поправляет. Я раньше, ну, видео то снимала и думала, что это выйдет. Там в каком-то видео сказала чистокровная верховая. Но вышла халатикинец. Да, я просто так нарисовала, думала, вау, чистокровная верховая. А не тут-то было. Но, а халатикинцев я тоже люблю. Ну ладно, вот такой у нас конь сегодня вышел. Всем спасибо за просмотр и всем пока. Ну вот, за амуницию разные цены. Например, там седло 30 гривен, вольтрап 25, и она там еще яблочки, морковку продает. Могла бы подешевле, все-таки это бумага разукрашенная. Ну, альбом 60 гривен стоит. Любый. Если продавать, то за гривен 50. И то можно самому
зробить. Типа я прям такой художник. Взяла на экране, обвела там, ну, фигуру ту саму. Или сам нарисовал кое-как. И все, разукрашиваешь. Я когда-то пробовала, ну, пошла в художку, и то там 3 дня позанималась. Она говорила то, что я все, ну, что я уже все знаю там. Ничего она меня не научила. Сама нарисовала, на молодец, все домой. Мне понравилось там в художке. Так, последняя часть вот это. Ну вот у нас вышло, что, наверное, как-то подровнять нормальности. О, теперь вот это лишнее стираем. Все тут. Будем обводить ручкой черной. А, ну сразу надо еще вот такие штуки нарисовать. Типа под коленом. И точнее есть, найду и покажу. Вот. Вот, вот. Ну, вот такие штуки нарисовать. Колено. Тут вот так я обычно рисую. Если это похоже на фриза, ну, по-моему, похоже. Напишите, пожалуйста, в комментариях, интересно. Я просто взяла идею у той девочки. Она так Тинкера нарисовала. Просто я еще ни разу не видела, чтоб фри. Такой-то не до копыта получилось. Выровняю его. Ну все, будем обводить. Пока найду я черную ручку. А, вот. Думала, я еще не брала ее. И долго и нудно обводим. Потом будем думать, какой хвост этой лошади сделать. Что просто я уже просто не сделала.
Скоро, наверное, будем другую лошадь делать. Потому что их мало, ну сколько их тут? Считай 5 штук. Есть еще некрасивые. Скоро я их выкину. Или просто оставлю, чтоб... Знаете, какая у меня была первая лошадь? Вот тут фриз моя была первая лошадь. По-моему, есть тракинская, еще какая-то названием похожая порода. Тракинцы, по-моему, такие прямые, а есть еще какая-то, что копыта задние назад, и не типа такие. Ну, тракинцы прямые, у них просто так копыта. А другое название какое-то. То у них эти копыта назад, а передние прямо. Телефон садится. Они копыта уже есть. Вот уже. И одну переднюю. Ну, последняя часть. Сейчас у нас уже 17:00. Это, по-моему, 5 часов. А уже темно. Ну, темнеет. У нас уже получилось. Будем разукрашивать. Я делаю лошадей с одной стороны. Ну, зачем две стороны? Типа так. Делать типа белую лошадь с розовым носиком. Или какого-то рыжего коня. Типа там такой рыжий. И носик переходит в черный. Там прикольно. Ну, в общем, надо подумать, каких еще лошадей можно сделать. Чтобы у меня их было полно, прям коробка целая. Готовы копыта. Будем клеить скотчем. Вот, смотрите, как они даже похожи. Все-таки, наверное, карандаш надо было другой. Ну и так хорошо. Скотч. Пока я его найду.
Ну ничего. А, вот все уже нашла, надо его дереть. Ура! Дирается. Там еще кусок. А, нет. Да. Но все равно норм. Задние копыта. Ой. Извиняюсь. Тут у меня на банке стоит. Неудобно держать. Ну, сейчас я найду. Ура, я нашла. Сейчас я его отрежу. Просто я уже так его отрежу, чтобы потом не искать. Хопа. Хотела еще аккуратно типа отрезать, а нет. Не судьба. Все. Ну да, еще с другой стороны на ногу. Все-таки, наверное, надо будет опять искать. Но это уже будет быстро. Надеюсь. Ну, сейчас пытаемся опять найти. Да, нашла. Сейчас я тикину. О, режем. Да, что это за пузырь такой? Слава богу, оно, хотела сказать, не приклеилось, но приклеилось. Ой. Класс. Вообще я мечтала прям вот такое сделать. Ладно, я уже наклею. Бедная копыта. Мне его жалко. Просто хотела сделать красивые копыта. Но нет. Надо так наклеить. Надо. Не понимаете. Сразу передние, задние отрезать. Вот это лишнее. Будет прикол, если у меня уже закончились скрепки. Наверное, их уже завтра куплю, если у меня они закончились. Тут вот этот. Опа. Левое бедро или как оно называется?
Можем пока соединить. Типа вот так. Да, подходит по цвету. Ладно, его уже туда полностью дорежу. Все-таки, наверное, надо будет опять искать. Но это уже будет быстро. Надеюсь. Сейчас пытаемся опять найти. Да, нашла. Сейчас я тикину. О! Режем. Да. Что это за пузырь такой? Слава богу, оно, хотела сказать, не приклеилось, но приклеилось. Ой. Класс. Вообще мечтала прям вот такое сделать. Ладно, я уже наклею. Бедная копыта. Мне его жалко. Просто хотела сделать красивые копыта. Но нет. Надо так наклеить. Надо. Мне понимаете. Сразу передние, задние отрезы. Вот это лишнее. Будет прикол, если у меня уже закончились скрепки. Наверное, их уже завтра куплю, если у меня они закончились. Тут вот этот. Опа. Левое. Бедро или как оно называется? Можем пока соединить. Типа вот так. Да, подходит по цвету. Ладно, его уже туда полностью дорежу.